Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Приехала ко мне посылочка такая от Сергея Полякова. Здесь должны быть два складных ножа, сделанных, так скажем, почти переделанных полностью. Это крысы. А он сделал их из титана. Снимал уже видео на своем канале. А сейчас я их, так скажем, приобрел для, ну, наверное, ухудшения, скорее всего, потому что я их буду кастомизировать, резать. Они и так вот, считай, кастомные, ручной работы. А я тут еще со своими всякими картинками. Ну, в общем, они очень мне понравились, красиво получились. Необычные. Я еще также приобрел отдельно. О, здесь записка. Так, не будем, вдруг там что-то адрес или подобное. Я такие вещи не снимаю. Сейчас на паузу нажму, посмотрю, что написано. Так. Да, действительно, там был такой, такая, знаете, бумажка с моим адресом, всеми данными. Я тоже так делаю, бирки наклеиваю, чтобы потом на почте не перепутать при отправлении, если несколько штук у меня есть. Я вскрыл, весь скотч был. Как было обещано. Как, ну, я просил, в принципе, положить то, что было. Заводские вот эти вот накладки вообще, лайнеры и все подобное. Вот то, что без клинка. Клинок пошел на титановые вот эти вот работы. А эти нужны мне были, что потому что потом у меня есть титановые. Я, наверное, в принципе, покажу, наверное, титановые, вырезанные, такие уже готовые. Уже другой человек вырезал на гидрорезке. И я хотел просто примерить, как они смотрятся. Там, правда, вот такие вот накладки без замковые. А Сергей сделал именно, что замок и плашка вот эта внешняя, она одна. Ух ты, ух ты. Ну что, очень даже хорошо. Так, что я просил сделать, не пескоструить, но Сергей говорил, я хочу это сделать, просто показать, как можно вообще это делать. Очень красиво получилось. Очень шикарный ножик получился. Так, левой рукой свободно открывается. Я правша, просто вправо держу для съемки аппаратуру. Советовался с Сергеем, что лучше сделать, потому что у меня, честно говоря, рука, знаете, дрожит рука. Я обычно, знаете, серийные ножи свободно порчу своей резьбой. А вот то, что сделал руками другой человек, это сложнее, знаете, что-то ошибиться. Уже второй же не купишь. Он же второй раз сделает по-другому, предположим, любой человек. Копию сделать очень сложно. Даже если скажешь, вот сделай точно такую копию, это надо постараться два раза, чтобы сделать что-то похожее, чем сделать что-то оригинальное, новое. Бумажки. Ух ты. А, это с магазина были купленные. Да, с магазина были купленные, там как раз и бумажки были. Спасибо. Так. Откроем второй. Видео чуть затягивается, но я буду его, не буду его сейчас выставлять, а выставлять буду, когда буду делать кастомизацию, резьбу. А, я остановился, что я советовался. На одном из них хочу сделать Джокера. Джокера, это который из Бэтмена. Давно у меня есть такая задумка. С одной стороны будет Джокер. С этой стороны Джокер. А с этой стороны будет такой череп, который в маске, знаете, респиратор такой. И вот эта часть будет обыграна как часть маски, как часть фильтра от маски на черепе. Тоже такой, знаете, как улыбающийся. Тот же самый Джокер, только уже как бы в мире ином. Такой скелетик. Мне сделано очень красиво, мне очень нравится, тем более это сделано на станках. Не на станках, сказать, но у человека есть доступ к какому-то оборудованию.
Не, руками, не напильником он делал. Так, по центру. Как открывается? Свободно. Как видите, все нормально здесь с замком. Вот и пришло время, когда я буду кастомизировать, делать резьбу на вот этих вот ножах от Сергея. Очень много передумал, очень много всяких вещей хотел здесь сделать, изобразить. Но как-то, знаете, рука не поднималась. И я уже говорил, что я хотел сделать, и это примерял, но что-то не то. И как-то на 9 мая смотрел парад, вообще не думал о ножах. И вдруг меня осенило. Две пары, а почему не сделать на одной? Ну, символы, не, даже не символы победы, а ту технику, которая помогла победить. На одном сделать танк, на другом сделать самолет. И сделать такую пару. Раз уж пара сделана. Мне идея понравилась. И, в общем, начал я вот разрабатывать эскизы. И, ну, эскизы я уже не буду показывать. Я уже буду показывать последнее, то, что я буду делать. Это вот простая бумага от ящика с печеньем. Вот она непрозрачная, но если она жирная становится, то она становится прозрачной. И это помогает. У меня поломался принтер. Обычно я на принтере распечатываю. А сейчас пришлось с экрана переносить. И вот, чтобы видно было, вот так вот я воспользовался. Не знаю, принтер когда куплю, в общем. А хочу сделать сейчас. И с этой стороны будет вот такой танк. Как вы поняли, уже Т-34. Модификации вот. Их много, там 4, по-моему, модификации. Не помню, не буду врать, не знаю, сколько модификаций. Но я посмотрел все вот эти вот книжки, то, что есть в сети. Фотографии основное я смотрел во время Великой Отечественной войны. И ориентировался на фото, и потом сравнивал из книжек картинки. В общем, тут чаще всего встречается именно вот такая модификация. В качестве памятников и на фото с солдатами. Вот у него пушка вот в этом месте, она закругленная вот такая вот. И вот такая модификация тоже встречается. Две-три модификации они с такой вот пушкой. И, в общем, будет это с этой стороны лицевой, а это будет с этой стороны. Видео будет в двух частях. Первая часть это вот про танки, вторая будет про самолеты. Это буду отдельно снимать, потому что очень длинная получится. В общем, конечно, это коммерческий проект, да, это отчасти у меня тоже деньги, но что делать, вот у меня не столько за денег, сколько вот порыв души. Если бы я хотел деньги, сделал бы здесь черепа и все, улетели бы. Черепа почему-то популярны, не знаю почему. Так, ну все, я много болтаю. Начну с того, что вырежу контур и обведу. Хорошо, Сергей настаивал, что сделаю пескоструйку. Я все отказывал. Зачем, зачем? Я все равно буду делать резьбу. Вот хорошо, что он сделал, потому что здесь не будет, как обычно, я буду фон снимать, а здесь будет только часть сниматься фона, и это серое, это будет обыгрываться все. Так что хорошо, что так. Здесь есть полоса, но эта полоса сыграет даже плюсом. Плюс, потому что здесь будет самолет, и вот он будет обыгрываться это все. В принципе, основные контуры сделал. Теперь возьму вот эту фрезу и фон буду удалять, чтобы появилась перспектива и танк вышел на передний план. Будем использовать, не все будем убирать это серое покрытие, это будем использовать как при оксидировании этот цвет будет темный, вот здесь вот, где серое. И за счет этого будем показывать, что или там горит что-то, или пар. Очень интересно будет смотреться. Необычно я такое еще не показывал.
не всегда фрезами получается довести вот такие вот места, чистые уголки, вот, особенно ровные места, где линии, поэтому приходится штихелем даже не на финальной стадии, а вот даже вот где-то в середине работы, вот сейчас у меня середина работы примерно, проходиться штихелем, вот штихель, ну сначала надфилем проходился, как вы видели, теперь штихелем, штихель выравнивает полностью линию, видите, линия вышла. Вот так. Инструмент вот такой. Ну, я показываю, у меня там отдельное видео есть, если надо, посмотрите. Так, здесь, в принципе, сделано, дуло оставляю. Штихелем можно только подравнивать те места, которые сложно доступны фрезами. Титан гравируется, смотрите, поскольку вот постока. Гравируется, но это очень сложная работа. Почему я на колени держу, еще скажу. Можно в тисках зажать, но просто здесь не такой большой объем. Здесь просто подрезка. Даже не гравировка, а именно подрезка. Уже готовой площадки просто подрезаю для выравнивания фона. Чтобы далеко не отходить, у меня такая привычка, я стараюсь обе плашки одновременно делать. Вот начал. И также начал делать клипсу. Обычно не люблю надписи всякие, но здесь, думаю, самая нужная надпись. А, еще легче было бы, конечно, сами буквы сделать вниз, прорезать сами буквы, получилось бы необъемно, просто вот как у меня звезда, видите. Но звезда это не просто так, здесь будет еще сечка меди, красная звезда будет у меня, а буквы делаю специально, что как будто они написаны краской. Делается очень медленно, но постараюсь показать хоть одну букву. В принципе, думаю, понятен. В конце еще штихелем пройдусь, и получится, как будто написано краской. Сейчас чудо фокус. Ну все. Yeah.
процессе надпись. Вот буква Z, А уже, буква А практически готова. Фон, я фон делаю. Только вот здесь где Z, надо еще чуть-чуть подработать. Переходим уже к финальной стадии, когда уже надо вводить штихели. Возьму самый тонкий. Примерно 1,2, 1,3 вот здесь. Подрезаем в труднодоступных местах, где фрезы закругляют, но надо четко вывести грани. Эти места. Подрезаем также вот эти места, уголки. И будем выводить те линии, которые не можем вывести резой. Вот как выглядит. В принципе, уже все готово. Просто надо мелкие детали добавить. Эту часть отполировал. Отполировал войлоком, пастой Гои, где надо было больше снимать. Не меньше, там алмазной пасты. Сейчас очень блестит, ничего не видно хорошо, так отчетливо. На самом деле, довольно-таки отчетливо смотрится. Завершу это и оксидируем. Закончим перед полировкой. Перед оксидировкой. После полировки помыл. Вот. Мыл содой и мылом. Нагрел. Теперь вот это коричневое оставляем. А вот эти побежалости, всевозможный фон весь полируем заново. И продолжаем оксидирование. Сделал спейсер. Вот такой цвет получился красивый. То же самое, другая плашка, еще даже не остыла до конца, как видите, вот, только остывает. То же самое, сполирую фон и продолжу. Полирнул, помыл, высушил. Сегодня уже 22 июня 2016 года. Ну, кто учил историю, тот знает. Знаете, мысли такие возникают. Если бы сегодня война была, мы бы ее не победили. Мы не победили бы врага. Не смогли бы повторить те подвиги. Нет, были бы, конечно, отдельные люди, которые готовы пожертвовать собой. Но вот всецело отстоять свою родину не смогли бы. Не потому, что люди хуже стали. Ну, конечно, люди стали более злее, разобщеннее. Но просто сейчас ценности поменялись. Очень сильно поменялись ценности. Раньше слова вроде «родина», «честь», «достоинство» очень много значили. Сейчас ничего не значит. Абсолютно. Сейчас, чем у тебя больше денег, тем ты крут. Чем престижнее работа, тем уже выше в социальном обществе. Какой бы ты ни был на самом деле человек. В общем, больше разговоров, чем показы готовой работы. Ну, навеял. Работа получилась вот такой вот. Как видите, не очень яркая. Здесь есть цвета,
Голубой, зеленый, например, золотистый. С этой стороны синий, фиолетовый. Но не ярко. Единственное яркое место это вот это вот голубое небо с облаками. Сделано так специально. Второй нож будет с самолетами, я уже говорил. И там будут более другие цвета. Другой фон. А здесь фон, вот как видите, как бы танк разрывает мирную жизнь. Видео по бокам мирная, как бы мирная жизнь, поля, облака, небо голубое, зеленая трава. А здесь вот такой вот просто разрыв пространства, так скажем, времени. И врывается танк. Ну, врывается не как бы захватывать, а отстаивать свою. С этой стороны танк уже подбитый, но уже как, ну, во время того, как его подбили, он уже, видите, стреляет. Последний выстрел, так скажем, и тут пушка уже повреждена. И башня уже отрывается, оторвана. Горят вот ходовые части здесь вот. Я специально сделал разные модели Т-34 разного времени. Вот видите, здесь другая чуть модель. Здесь другая, чтобы не было, чтобы не казалось, что этот именно танк подбили. Здесь просто... Я, в принципе, первый вариант хотел здесь сделать горящий тигр, танк-тигр. Но передумал, если честно, получается уже что-то не то. Здесь кресты не хотел бы делать. Как видите, здесь даже звезды не сделал я специально, потому что здесь звезду поставил сюда, вот, на эту клипсу. Будет более чуть размыто, если я выйду на улицу в конце уже. Я уже так снимаю постоянно почти. Конечное видео выставляю в Инстаграм еще, это короткое. При дневном свете. Так. Снимаю сам, одной рукой. Как видите, клин заводской, ничего без изменений. В общем, хотелось бы, конечно, чтобы никогда не повторялось такое вот. Чтобы люди оставались людьми. Чтобы не казалось, что один лучше другого. Ладно, всем пока. Всем здоровья.